игры пожилых. Идея военно-патриотических соревнований для пенсионеров отмечена на всероссийском конкурсе. Такая задница в Вичиге проходит уже 7 лет. Ответ на жалобы. К врачам-специалистам в ШУИ станет попасть легче. В детской поликлинике новые графики приема хирурга, окулиста и ортопеда. Советы военных, что необходимо обязательно взять в армию, а на что не стоит тратить деньги. Консультации для первых призывников частичной мобилизации. Саботаж национальной безопасности, вердикт депутата областной думы и его запрос антимонопольщикам провести проверку ценового беспредела. Для повышения доступности медицинской помощи в Шуйской детской поликлинике принято решение увеличить кратность приемов хирурга, окулиста, травматолога, ортопеда. С 3 октября офтальмолог и хирург будут принимать 2 раза в неделю вместо 1 по средам и пятницам. Также со следующей недели начинает вести прием по новому графику травматолог-ортопед. Специалист будет работать по четвергам и пятницам, а с 17 октября еще и по вторникам. Записаться к врачам можно через контакт-центр больницы, регистратуру и через сайт госуслуги. На проблему получения лечения главе региона указали на прямой линии 26 сентября. Через 2 дня в поликлинику приехала руководитель департамента здравоохранения Светлана Москвина. Получали набор социальных услуг деньгами, но сейчас требуется дорогое лекарство. Можно ли вместо денег услуги частично получать льготами? Как это сделать? До 1 октября текущего года федеральным льготникам необходимо определиться со способом получения набора социальных услуг на 2023 год. Заявление можно подать как непосредственно в клиентскую службу Пенсионного фонда, в МФЦ, а также в электронном виде на сайте Пенсионного фонда либо портале госуслуг. Подать заявление на набор социальных услуг могут те, у кого впервые возникло право, и они хотят изменить способ с натуральной формы на денежную, либо просто изменить форму получения набора социальных услуг. А те, кто ничего не хочет менять, заявление в Пенсионный фонд подавать не следует. Они будут получать в 2023 году тем способом, которым получают сейчас, в 2022 году. Хочу обратить внимание, что отказаться можно как от полного набора социальных услуг в пользу денег, так и от одной части, либо от 2 частей. Давайте вспомним, кто же имеет право на набор социальных услуг. Это получатели ежемесячной денежной выплаты, так, например, участники войны, инвалиды войны, инвалиды другой категории, в том числе и дети, ветераны боевых действий, ну и ряд других категорий. В Иванове активно идет частичная мобилизация. В соцсетях начали гулять списки того, что необходимо приобрести вновь призванному. Пунктов там немало. Родственники обсуждают, во сколько это может обойтись. И возмущаются, что магазины спецодежды резко подняли цены. Мы выяснили, действительно ли вновь призванным требуются дополнительные вещи и чем их обеспечат. Цены подняли, где-то делали скидки, но там уже почти ничего нет. В самой армии говорят, дают не очень хорошие вещи, что-то могут вообще не дать. В первую очередь спальник, обувь, потому что, говорят, не очень удобные. Обязательно бинты, жгуты, все вот такое, для первой помощи. Половина вещей, которые им покупают, они там не нужны. Понимаете? Нужны. Плащ-палатки им выдают, а форму ветроволокозащитные им тоже по новому довольству положены в тех регионах, где вот это погодные условия позволяют. Аптечки некоторые просят. Они им это будет выдаваться уже непосредственно перед выполнением боевых задач. Мы в течение 5 месяцев также оказываем помощь тем ребятам, которые находятся там, проводя анализ. Естественно, мы знаем, что им необходимо. Да, может, некоторым не совсем нравится, что там им дают. Вот сегодня солдат позвонил родителям, мне вот это надо. А он же не знает, что эту вещь ему послезавтра выдадут. Понимаете, вот это все непонятие идет, и родители просто деньги выкидывают. Надо те вещи, вот носки купите 10 пар, положите, тельняшки 5, чтоб дополнительно можно положить, чтобы он не мог там стирать его. Снял, выбросил, влажной салфеткой вытерся, новую тельняшку одел, повесил, трусы также вот. Вот эти вещи необходимы, и надо всегда знать. Просто не должно быть уже ажиотаж, я куплю все там, бронежилеты, каски куплю, а завтра автомат уже начнем покупать, понимаете, вот это же... Непонятно, просто некоторые паникуют просто, и зря деньги выкидывают, купите то. Помогать надо им, морально помогать надо вещи передавать им,
шапку дополнительно вязаную, например, перчатки дополнительно вязаные, двойные есть, одинарные. Там одинарные выдают, а вы двойные привезли. Носки, утепленные носки, можно, понимаете? Вот эти вещи необходимы. Вчера мы были в воинской части 98-й дивизии, общались с нашими гражданами, которые прибыли по мобилизации, беседовали, смотрели. Настрой ребят хороший. В основном большинство хотят идти Родину защищать, понимая, что Родина в опасности, и Родину должны защищать те военнослужащие, именно патриоты. Они должны быть морально подготовлены. Но большинство, конечно, честно скажу, что они настроены хорошо. Насчет обеспеченных, хочу сказать, они одеты, обуты, кормят, на довольствие их поставили. В настоящее время идет формирование подразделений. Но мы дополнительные ветераны десантных войск, им привозим подарки, пытаемся как-то их помочь, тем самым их поддержать. Зампред областной думы Дмитрий Шилякин требует от руководства регионального управления Федеральной антимонопольной службы безотлагательно разобраться с резким ростом цен на армейскую экипировку и обмундирование в ивановских магазинах. Настаивает, что необходимо дать этим фактам соответствующую оценку и применить меры компетентного реагирования. Товары военного назначения взлетели в цене сразу после объявления частичной мобилизации. По мнению депутата, эта динамика не обусловлена объективными экономическими причинами. Все лишь в целях наживы на стремлении людей защитить интересы нашего государства. Такая ценовая политика несет угрозу роста социальной напряженности и может быть характеризована как саботаж национальной безопасности. Цитаты из текста депутатского запроса. В Южском районе отопительный период начался только на бумаге. В детских садах и школах очень холодно. Много детей болеет. Когда включат отопление, неизвестно. Администрация, как всегда, бездействует. Мы хотим от всех жителей дома подать заявку на благоустройство придомовой территории, установку детской площадки, качели, песочницу и горку. Обращались с просьбой в управляющую компанию. От нас только отписываются. Мы уже своими силами собирали деньги со всех жильцов, установили шлагбаум. У нас проходной двор, вечная грязь и мусор. Управляющая компания бездействует. Мы устали с ними бороться. Помогите, пожалуйста. Если нужно будет, мы соберем собрание и подпишем коллективное письмо. Просто уже накипело. Каждый год одно и то же. Живу в селе Новотальце. Отопительный сезон обещали начать с понедельника, а в городе Иванове уже вовсю топит. У нас как не было, так и нет. А главное, у нас начали ремонт, который сопутствует с отключением горячей воды не только в многоквартирных домах, но и в школе, и в садике. Дети мерзнут, школа заканчивает уроки раньше, группы продленного дня нет, а главное, тепла нет. На днях эвакуировали автомобиль на штрафстоянку. После получения всех необходимых документов ГИБДД я пришел на стоянку, куда эвакуировали мой автомобиль, чтобы увезти его на эвакуаторе. Мне стали в грубой форме навязывать услуги их штатного эвакуатора по цене 10 200 рублей. От их услуг я отказался из-за неадекватной цены. Въехать к ним на территорию на своем эвакуаторе стоит тоже 10 200 рублей. Я считаю это абсолютным навязыванием услуг. Данная штрафстоянка находится по адресу улицы Зверева, дом 8, и принадлежит «Аристократ Авто», генеральный директор Лотоцкий. Станислав Воскресенский в прямом эфире пообщался с жителями Ивановской области и ответил на поступившие вопросы. Успели обсудить три десятка тем. Самые актуальные – это мобилизация, отопление, дорожное хозяйство, социальная защита. По итогам губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам. Все вопросы будут проработаны, ответы подготовлены и опубликованы. Станислав Воскресенский подчеркнул, что такой формат общения с жителями Ивановской области будет обязательно продолжен. В Иванове завершена реконструкция здания для Центра выявления и поддержки одаренных детей «Солярис». Первый интенсивный курс обучения стартует уже в конце октября. Здесь оборудованы кабинеты по направлению наука, искусство, спорт. Планируется организация спортивно-танцевального клуба «Такт», клуба интеллектуальных игр. Ежегодно в образовательных мероприятиях центра будут принимать участие порядка 4000 ребят из Ивановской области. Глава региона поручил составить график занятий таким образом, чтобы новое учебное оборудование использовалось по максимуму.
В Юрице завершены строительные работы на дамбе, защищающей историческую часть города от затопления водами Горьковского водохранилища. За 4 года проведена огромная работа. Реконструируемый участок составил более 1 километра. Теперь дамба представляет целостное сооружение, которое на всем своем протяжении соответствует всем нормам. Для Юрьевца это важнейший инфраструктурный объект. Инженерное сооружение введено в эксплуатацию еще в 1957 году. В случае промедления с реконструкцией в зону затопления из-за износа сооружения могли бы попасть жилые дома, социальные объекты, историко-архитектурные памятники и административные здания. В Иванове прошла общеобластная народная ярмарка «День урожая». Мы делаем День урожая, чтобы все люди знали, чем богата наша Ивановская земля. Традиционный регион не ассоциируется с сельским хозяйством, но на самом деле здесь много предприятий, людей, занятых в этой сфере. Благодарю за качественную и ответственную работу, сказал Станислав Воскресенский. В этом году в регионе собран хороший урожай. Зерновых больше на 30%, овощей в открытом грунте и картофеля на 10% и 12% соответственно. Человек в своей жизни, может быть, он и добропорядочен, и он не может заранее предугадать, что жизнь его ожидает. Мы не можем знать заранее, что с нами может произойти. Например, мы можем пойти там, допустим, и приобрести какой-то товар, который нас не устроит. И в данном случае приходится обращаться к юристу в случае, если ваши требования не удовлетворили. То есть все вот эти юридические вопросы, они связаны с обычной повседневной жизнью человека. И невозможно предугадать, что тебя завтра ожидает. И поэтому в этой связи, конечно, всегда будет подспорьем семейный юрист. Когда можно просто позвонить, элементарно бывает, это сэкономит ваше время. Просто буквально спросить 2-3 слова. У меня вот даже иногда мои клиенты звонят, как быть в этой ситуации. Как расписку правильно составить, если деньги в долг дашь. Как себя вести, например, там, если оказали некачественную медицинскую услугу. Куда идти, что делать. То есть вот такие бытовые вопросы, которые мы-то знаем, а обычный повседневный обыватель, он может и не знать об этих вопросах. Поэтому, конечно, это очень приятно, когда есть знакомый юрист семейный, который ведет и знает ваши проблемы. Критерии, вот когда ты приходишь к человеку на консультацию, и у тебя устанавливается доверие. Ты доверяешь этому человеку, ты видишь его профессионализм. Не полениться спросить диплом, не полениться спросить, есть ли опыт в этой области, не полениться спросить у него, может быть, какие-то у него есть судебные решения, про которые можно прочитать, допустим, можно ли мне посмотреть на эти судебные решения. Не полениться лишний раз позвонить и поинтересоваться движением своего дела, потому что, бывает, люди приходят, отдали документы и пропадают. Но вы же тоже должны быть заинтересованы. То есть всегда должна быть взаимосвязь между юристом и тем, кто доверяет вам ваше дело. Ну и самое главное, со стороны юриста, это, конечно, порядочность, честность, открытость и профессионализм. Это 3 качества, которые должны быть в корне у каждого. У нас интернет пестрит отзывами, и можно найти практически про каждого юриста, прочитать в доступе у каждого, может быть, сведения о том юристе, к которому ты отправляешься. Пожалуйста, у нас есть сайты открытые судов всех, пожалуйста, можно там даже информацию посмотреть, участвовал или не участвовал, хотя обезличенная информация. Но по большому счету у нас не так много юристов, можно найти информацию о любом юристе, если вы уже доверяете ему свое дело. Но еще раз хотела бы обратить внимание, нужно все-таки видеть и чувствовать контакт между юристом и доверителем. Потому что чаще всего вот именно вот этот контакт психологический и дает возможность довериться. И вот я еще хотела бы сказать в таком важном моменте, что, приходя на консультацию, некоторые доверители стесняются каких-то вопросов говорить. И вот когда вот именно вот этот контакт происходит, первый, когда вы приходите на консультацию, нужно понимать, что вы доверяетесь как врачу. Безусловно, невозможно обладать всеми знаниями. Да? Вот, например, я не занимаюсь налоговыми правоотношениями, я далека от этой системы, да, я не занимаюсь дорожно-транспортными происшествиями, потому что это не моя категория дел. То есть, опять же, у любого юриста, хоть какого, что ты себя представляешь, должен быть сайт, да, на нем должны быть информации представлены о том, какими делами он занимается, какая у него специализация, семейные, земельные дела, гражданские, ну, то есть, хотя бы знать о чем. Ну, и, соответственно, желательно бы, что все-таки доверители всегда интересовались о том,
том, в каких категориях дел он специализируется. Вот это важно очень. Юридические услуги – это не дешевые услуги, достаточно, да. Но хотя бы для начала просто прийти на консультацию, и хотя бы юрист вам может сказать алгоритм действий, который, возможно, вы можете сделать самостоятельно. Ко мне тоже приходят клиенты на консультацию. Я говорю, пожалуйста, я готова вам предоставить, всегда пишу анкету, всегда заполняю рецензию, всегда даю алгоритм действий, чтобы даже когда гражданин ушел от меня, у него было бы что-то осталось, и он бы мог вспомнить, что я ему писала и что я ему говорила сделать. И мы всегда потом встречаемся по итогу с этим документом и работаем уже вместе. И, значит, у него хотя бы от консультации что-то останется, и там он уже сам определяет, есть ли у него чувство страха идти в суд. Потому что все люди разные совершенно. Кто-то совершенно спокойно ходит в суды, и для них это ничего страшного. А другой человек очень теряется, у него чувство страха перед судебным процессом. Поэтому, конечно, безусловно, тут нужен представитель. И опять же, все зависит от категории дел. Есть категории дел несложные. Ну, например, такие, как расторжение брака. Зачем там представитель нужен? И сам гражданин вполне справится с этим. Но если иск о разделе общего мужа супругов, когда там 6 машин, 8 квартир и все остальное, конечно, по таким категориям нужен представитель. Это безусловно. Всегда минимизирую затраты граждан, поскольку я понимаю, что у нас время сейчас нелегкое, и всегда говорю о том, что если можете, всегда готовы пойти на встречу, проконсультировать где-то бесплатно, дать рекомендации, чтобы... Но первичную консультацию обязательно просто сходить и убедиться в том, что ты идешь по правильному пути, вот это важно, обязательно нужно сделать. Почти 10 километров трассы Заволжско-Островская, которая соединяет Ивановскую область с Костромской, планируют сделать в следующем году. Проектно-сметная документация разработана. Дорогу Кинешму-Батмана-Шелекша общей протяженностью в 38 километров разделит на два этапа. В следующем году запланировано отремонтировать участок дороги в 19 километров от перекрестка с дорогой Кинешмы-Юрьевец-Пучеш-Пурих до деревни Вахутки Кинешмского района. В 24 году оставшиеся 19 километров до села Шелекша. Автодорога Шуя-Новые Горки сейчас также находится в неудовлетворительном состоянии. По ней поступает большое количество обращений жителей. Строительно-монтажные работы здесь начнутся в 2023 году. Общая протяженность ремонта составит 17,5 километров. В этом году предпенсионерами уже являются женщины 68-го года рождения и старше, и мужчины 63-го года рождения и старше. Для людей с таким статусом начинают работать льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые только по достижении пенсионного возраста. Например, это региональные льготы ветеранам труда, освобождение от имущественного и земельного налогов, предусмотренные гарантии трудовой занятости, ежегодно для них 2 оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации. Человеку не нужно получать документ, подтверждающий его новый статус. Достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, а то, в свою очередь, направить запрос в отделение пенсионного фонда для подтверждения статуса предпенсионера. При этом за получение самих льгот необходимо обращаться в профильное ведомство, в органы соцзащиты, в центр занятости, налоговую службу, либо к работодателю. Если очень хочется получить справку о статусе предпенсионера, то ее можно распечатать из личного кабинета на портале госуслуг в разделе «Пенсии». Здравствуйте, это программа «Темные дни». Здесь мы рассказываем о том, что происходит в стране и в регионе. Возможно, эта информация поможет как-то сгруппироваться и принять правильные решения. Сегодня в программе «Не спешите вам повестка». Что рекомендуют с собой брать призванным из запаса? Какую помощь окажут семьи мобилизованных, а также рейтинг зарплат в российских регионах?
Начнем с самой главной обсуждаемой новости последней недели. Частичная мобилизация. По сети ходят списки, что нужно с собой купить частично мобилизованным. Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. И схожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Фейк это или не фейк, но ажиотажный спрос в текстильных магазинах области, где продается камуфляж, тактические перчатки, берцы и прочее, о чем-то должен говорить. Продавцы уже поспешили взвинтить цены. В нашу редакцию поступают жалобы от телезрительниц, которым приходится потратить кругленькую сумму, чтобы собрать мужа или сына в армию. На РБК опубликовали статью, что не возбраняется взять с собой квадрокоптер и даже прибор ночного видения. При этом сам военный комиссар Ивановской области говорит, что с собой брать нужно только личные вещи. Звучит довольно абстрактно. Мобилизованные полностью обеспечиваются обмундированием в воинских частях и учебных центрах. При себе гражданам необходимо иметь необходимые учетные документы, паспорт, личные вещи. Базовый комплект, вероятно, выдадут, но что там будет с размерами и качеством формы, непонятно. Поэтому люди и стремятся перестраховаться. Все эти сборы влетают далеко не в копеечку. В Госдуму на рассмотрение внесли проект о разовой выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных. Но пока это все, что называется, в работе. Также депутаты предлагают множество преференций для семей мобилизованных. Кредитные каникулы, избавление от процентов по ипотеке, льготы за оплату коммуналки и другие. Но пока верхи думают, низы уже помогают. Посмотрите, как оперативно откликнулись ребята из движения «Джип Алерт». Они уже пришли на помощь женщинам, оставшимся в деревне Горячего Савинского района без мужских рук. И даже открыли свою собственную горячую линию. Прислали, велели прийти за повесткой. А живем мы в сельской местности. Если у меня уйдет сын, я останусь без помощи. Заявка у нас была от бабушки, которая сказала, что вроде он все успел, кроме дров. Он не успел это все наколол, перепилил, наколол, но перетаскать не успел. Тем временем в сети набирает популярность фото, где изображено, как хорошо кормят мобилизованных, например, на базе в Ростове. Но такая трапеза прельщает не всех. О чем красноречиво говорят километровые очереди на границах с Грузией и Казахстаном. По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в страну заехало порядка 98 тысяч россиян. Примерно столько же и в Грузию. Но товарищ военком не дремлет, и на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс уже развернули мобилизационный пункт призыва. Тогда границу разрешили переходить пешком, и россияне, изможденные стоянием в километровых пробках, активно начали избавляться от машин. Продают на месте перекупщикам по бросовым ценам. Есть и такие, что просто бросают автомобиль и переходят границу с одним чемоданом в руках. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предложил отдать эти машины мобилизованным мужчинам или их семьям. А что, так можно было? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я автолюбитель. Плачу транспортный налог 4 тысячи, а дороги нет. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы 50 километров. А зачем очень вам машина? Не... Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Это провокация какая-то прям. Итак, вернемся к жалобам телезрительниц на то, что все дорого. Тут, конечно, и так все понятно, по магазинам ходите. Но вот еще несколько новинок. Повышение стоимости услуг ЖКХ решили традиционно с июля перенести на декабрь. Чего уж тут откладывать в наше-то время. Что еще? Минимальные цены на водку, бренди и коньяк хотят увеличить с 2023 года. Но это тоже сначала надо дожить. А вот рейтинг зарплат по регионам расстраивает уже сейчас. Ивановская область оказалась на 94-м месте из 100 возможных. Со средней месячной зарплатой в 37,5 тысяч. Это прямо, мне кажется, очень средний показатель. Вот ивановская учительница высшей категории, например, которая пожаловалась на свою низкую зарплату губернатору, рассказала, что при стаже в 26 лет ей платили порядка 15 тысяч. Фото доказательства она прислала нам в редакцию.
В некоторых комментариях пишут, что заработная плата учителей там бывает такая же, как у технического персонала. Что знаете об этой проблеме? Есть отдельные такие вот элементы несправедливости, они меня всегда очень беспокоят. Это в данном случае, вот я уже приводил пример соцработников, которых в свое время обидели, они там мроты получали. Сейчас речь идет о малокомплектных школах. Отмечу, что школа номер 5 на улице Любимого никакая не малокомплектная. Впрочем, педагог ждать не стала и устроилась уборщицей на полставки. Зарплата сразу поднялась до 25 тысяч. Это, конечно, не предел мечтаний, но ведь даже и у президента не самая большая зарплата. Была зарплата, думаю, наверное, 1800, но я так вот полагаю. Это и деньги 800 сравните, 10 700 можно прожить? Ну, не только у меня, есть гораздо более высокие зарплаты. Ну, согласна. Гораздо. Вы знаете, сколько стоит? Президент не самый большой. Немного позитива. Минэкономразвитие анонсировал бесплатный проезд по всем трассам России для электрокаров. Соответствующий законопроект уже разрабатывается профильными министерствами. Бесплатный проезд для электрокаров планируют ввести сроком на 3 года. Одна проблема – наладить производство электрокаров. Но пока не электрокары пользуются спросом, а кнопочные телефоны. Кто бы мог подумать, что такой гаджет будет востребован в 21 веке. Да много чего мы не могли с вами представить в самом страшном сне. Кстати, если вам, как вы считаете, ошибочно принесли повестку, звоните на линию 122. В военкомате обещают оперативно разобраться. Всем удачи и больше светлых дней. До встречи. Идея жительницы Вичуги Ольги Сладковой по организации военно-патриотической игры «Зорница» для пожилых людей позволила ей занять 2-е место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Эти спортивные соревнования проводятся в Вичуге уже 7-й год. Участниками игры ежегодно становится около 200 пенсионеров из различных районов региона. Для них проводится несколько этапов соревнований: физическая подготовка, защитники Отечества, санитарные посты и финальное мероприятие – военно-спортивный праздник «Зорница». Сам же конкурс проводится в целях повышения престижа профессии социальных работников, распространения передовых технологий работы с пожилыми людьми, инвалидами, детьми, семьями имеющих детей. По данным Федерального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 29 сентября в Ивановской области за последние сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 366 человек, госпитализировано 27 человек, выздоровели 583. Всего за все время пандемии в нашем регионе умерли 3167 человек. Один новый летальный случай подтвержден за последний день. В стране за прошедшие сутки заразились коронавирусом 38 739 человек. Умерли за сутки в России 109 пациентов.